Друзья, всем привет, с вами Зомби, и сегодня мы продолжаем играть в игру The Ants. Остановились мы на том, что закончили четвертую главу, насколько я помню. Дальше у нас здесь сбоку появились задания. А, это не задание, это сколько у нас доступно муравьев. Так, непонятно, Оли Пастор, что он хочет. Боже, с ним хотите быть, ты не один, хочешь доблести снискать. Это, я так понимаю, общий чат, альянсы, и здесь есть альянсы, и с этим мы позже разберемся. Нам нужно разблокировать новую область. Судя по заданию, откройте быстрое производство на ферме мяса. Так, быстрый забой. Максимальный уровень, быстрая резка, быстрое вызаскивание. Давайте резку откроем. Давайте, пусть эволюция делается. 2,5 минуты, пока что мы займемся своими делами. Так, здесь можно удалять, можно приближать, но не слишком далеко. Так, здесь у нас жук. Экстра вылупление, бесплатно один раз. Ну давайте вылупим. Произведите 29 экстра вылуплений, обязательно получите оранжевого спецмуравья. За 29 экстра вылуплений. Ну окей. Так, бронированный муравей у нас какой-то получился. Это его навыки. Я думаю, это пока что читать не буду, потому что навыки боя и все остальные навыки для меня бесполезно сейчас изучать. Мне нужно хотя бы подготовиться к бою. Так, следующее вылупление бесплатное через 10 часов. Так, тогда здесь вот бой. Здесь еще бесплатно один какой-то лупится. Так, окей, мы его забрали. Я так понимаю. Что такое? Еще один раз или что? Обычные вылупления. А тут несколько видов вылупления муравьев. Есть экстра, обычные еще какое-то. И у нас еще мутированные споры есть. Какая-то попалась. Так, ладно, туда закрываем. И у нас нету никаких вылуплений уже. Это понятно. Здесь что такое? Для мы можем улучшить до следующего уровня. Пусть улучшается. Так, первым делом нам нужно... Что нам нужно? Это у нас королева, я ее улучшить не могу. Мне нужно вот сюда, я так понимаю, пройти. Так, требования королева 4 уровень, не завершите главу 4. Я это подтвердил. Мы разблокировали новую область, теперь нам нужно сюда прокопаться. Подтвердить. Прикольно, кстати, то, что у нас появляется 5 глава 5. Так, инкубатор рабочих и безобеденная зона. Давайте сделаем инкубатор и заодно проверим, сможем мы... А, инкубатор сначала нужно улучшить, чтобы это здание улучшалось. То есть одновременно только одно здание можно улучшать, если не ошибаюсь. А ну? Не, это мы можем улучшить. Ну пусть улучшается, тогда 6 секунд. Жилище рабочих... Инкубатор рабочих, муравей. Так, ферма мяса. Мне нужно ферму мяса еще улучшить. Так, отправляем свободного муравья. То есть один муравей у нас делает одно производство. Сколько у нас будет свободных муравьев, столько мы сможем одновременно здание улучшать. То есть это все зависит от муравьей. Заполненные болота. Водой болота можно выкопать кучу грунта. Подтвердить. Я на него нажал, и что мне дали? Я могу его улучшить. Давайте, пусть улучшается. Дальше у нас, чтобы построить... Я не понимаю, что это за здание. Чтобы нам его построить, нам нужно получить 5 главу. Давайте туда его пока что пропустим. И будем заниматься раскопками. Я так понимаю, нужно конкретно по одному сразу копать. По два не получится. Здесь у нас что-то есть.
Чудесная медовая роза. Ну окей, пусть одна роза будет. Так, что случилось? Спецмуравей какой-то. У меня получается... У меня вылупилось 4 муравья из первого уровня, да? Что такое? Так, я могу его улучшать с помощью вот этой медовой розы на следующий уровень. Давайте улучшим это. Здесь... А почему здесь? Здесь не могу выбрать, сколько роз нужно. А ну. Ну, это я понял. Разблокируйте новую область. Так, постройте ферму песка, постройте инкубатор, постройте центр сбора. Так, в общем, продолжаем. Я запутался немножко. Необходимо выкупить подходящее место. Так, здесь у нас есть какой-то... Там тоже все закрыто. Это что? Здесь запечатано. А что я не могу ничего сделать? Мне нужно что-то построить. Песок. Вот здесь мне нужно построить ферму из песка. Давайте ее построим. Так, подтверждаем. Дальше заходим и строим. Подтвердить. Так, здесь нужно завершить пятую главу. Чтобы пятую главу завершить, нам нужно построить инкубатор, построить центр сбора. Давайте сначала центр сбора как-нибудь построим. Так, вот здесь, я так понимаю, у нас центр сбора будет, да? Так, центр сбора, давайте его строим, подтверждаем, это проходим. Так, и нужно сюда нажать. Опять... Фермация. Ладно, спасибо кому-то за подписку. Пожалуйста, переместите войско сюда. Это мои войска в количестве одного муравья, что ли? Спецмуравье. Так, а вот это уже мои спецмуравье. Один спецмуравей, я так понимаю, управляет остальными моими муравьями. Хорошо, я понял. Существ у меня нет. Дальше нужно выходить сюда. Так, задание выполнил. Постройте инкубатор стрелков. Так, завершить главу. Но я запутался. Вот сюда переходим. Сюда переходим. А, мне его выкупать еще нужно. Так, вот здесь у нас инкубатор стрелков. Подтверждаем. Пусть он у нас строится. Нам нужно, получается, вылупление 20 муравьей. Муравьев. Ой. Давайте, в общем, вылупим эти муравьи. Так, дальше. Давайте уберем вот это все, чтобы... Ну, чтобы было свободное место. Здесь откупаем все. И вот здесь разберем... чтобы выполнить задание. Так, ладно, теперь я могу, по идее, еще вот здесь подкопать. Чтобы расчистить все, и у нас не было таких ходов, чтобы я не путался. Буду знать, где все находится, и буду в разы быстрее все проходить. Так, что у меня там осталось? Дальше... Дальше задание. Так. Когда муравей 7 уровня, вход первого откроется особый походной отряд. Постройте центр. Автор формации. Мир. Я могу сейчас на мир? Не могу на мир. Это нет свободных солдат. Так, у меня нет свободных солдат, это понятно. Дальше, нажмем на королеву. Улучшим. И обеденная зона. Нам нужно обеденную зону улучшить. С помощью ускорялки на 5 минут. Не, либо давайте вот эти. 4 штуки, я мог бы 8 секунд подождать, но я что-то не захотел. Так, здесь также будем все разбирать, чтобы проще было находить все постройки. И может под этим
Под этой землей мы еще будем находить какие-то ценные предметы. В общем-то, да, инкубатор стрелков у нас построился. Мы можем королеву до 5 уровня улучшать. 11 минут. Так, королева пусть улучшается. Здесь у нас обычное вылупление доступно бесплатно. Вылупляем еще одного муравья. Удержка, навык развития, личный спецмуравей. Окей. Так, это пока что закрываем. Я не понимаю, что за муравьи, куда муравьи, зачем муравьи. Это потом нужно будем... Потом как-нибудь буду разбираться с этим. И как буду начинать какие-то действия, связанные с дракой. Связанные с нападением на остальные колонии и все такое. Улучшите королеву до 5 уровня. Королева у меня улучшается 11 минут. Ускорение на 5 минут, ускорение на 15. Давайте тогда 2 на 5 и 1 на минуту. Так, у меня 5 левел, 5 уровень получается. Так, королеву улучшил. И глава пройдена. Получаем все награды. Проходим 5 главу и думаю на этом будем уже заканчивать наше видео. Так, только нужно строить что-то непонятное. Успешно построен. А что мы построили? А, это выход. Это выход из муравья мы построили. Кстати, прикольно. Но я думал, он где-то сверху будет, а не снизу. И тем более выход из муравья идет как-то вниз муравья. Так, нам нужно туда выбираться сейчас наружу. И я так понимаю, это мир. Мы попали на мир. Глава 5 у нас закончилась, начинается глава 6. Так, ладно, тогда на этом, думаю, уже заканчивать. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.